Сейчас. Это ж против меня санкции ввели, Евросоюз против меня санкции ввел, да? Ну, вы пока можете не беспокоиться. Против вас санкций не будет. И вообще, да, и вообще, я считаю, что введение санкций – это отсутствие воли и желания, ну, продолжать какой-то диалог конструктивный. Просто, ну, я очередной раз повторюсь, у меня сегодня просто времени не было, но я думаю, завтра я все-таки сделаю то, что хотел, вот. И пускай Европа теперь посмотрит, какие санкции можем мы применить по отношению к Европе. Вот. И пускай они своей головой думают сперва, прежде чем санкции какие-то применять. Если они думают, что город Славянск – это очень маленькая точечка на карте, то они глубоко заблуждаются. Мы это завтра докажем. Хотелось бы увидеть реакцию Европы на наши завтрашние действия. Ну, короче, готовьтесь, тогда буржуй. А когда будет это действие? Завтра. Завтра мы все сделаем, как положено. Значит, ждем следующей пресс-конференции? Ну да, завтра к вечеру, что мы уже объявим.